бояться ставить перед собой наполеоновские планы, потому что когда ты хочешь, ты их всегда достигнешь. Возможно, сделать что-то, чего никто не делал до этого. Знаете, я на самом деле считаю, что это очень крутая, очень правильная история. Мне изначально, когда меня позвали поучаствовать, немножечко как-то так вот внутри претила история того, что это конкурс по гендерному признаку, что как бы вот, а кто сказал, что надо делить. Но по сути, на самом деле, это все очень круто и очень здорово, потому что те люди, которых ты видишь вокруг, те истории успеха, которые ты слышишь вокруг, это все на самом деле очень дико вдохновляет. И мне кажется, что это очень здорово, очень правильно. И несмотря на какие-то, может быть, предрассудки, которые есть именно с точки зрения, что это женщины, а мужчины, а почему? Мне кажется, это очень правильная история, надо ее продолжать. Лучше жалеть о том, что ты сделал, и у тебя не получилось, чем жалеть о том, чего ты хотел сделать, и никогда не попробовал. Идеальная работа – это работа, на которую ты идешь с удовольствием.